Екатерина считает, что надо помогать тем, кому сложно. Поэтому выпечка из семейной кулинарии предпринимательница делится с теми, кто оказался в непростой ситуации. Совместно с волонтерами «Теплая помощь», булочки, пироги и хлеб получили подопечные реабилитационного центра Советского района. Есть возможность помогать другим людям, потому что если тебе становится уже хорошо, комфортно, ну, есть люди, которым хуже, чем тебе. И каждый из нас может оказаться в любой момент в такой ситуации, когда ты остаешься безо всего и один. Благотворительный фонд помогает бездомным и тем, кто оказался в трудной ситуации, едой и наборами первой необходимости. Часто к волонтерам обращаются и за юридической помощью. Недавно двум подопечным фонда восстановили паспорта, оплатили госпошлину и помогли написать заявление. В дальнейшее официальное трудоустройство. Ну, конечно, в будущем все равно мне придется стаж нарабатывать, буду работать электриком. Юристы «Теплой помощи» помогли восстановить документы десяткам людей, которые потеряли их по разным причинам. Благодаря этому у них появляется шанс найти работу и вернуться к нормальной жизни. Наш фонд «Теплая помощь» уже много лет занимается помощью бездомным людям. И этот год не стал исключением. В наших планах помочь людям восстановить паспорта, оформить инвалидность, СНИЛС, ИНН и прочие документы, которые необходимы для функционирования как полноценного гражданина. Проект «Поделись теплом» реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Сотни человек благодаря этому обрели возможность выбраться из тяжелой жизненной ситуации. С наступлением холодов бездомным раздают теплую одежду и обувь.